Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у нас с вами мукбанг. Всем собирайтесь кушать, приятного аппетита. Давайте это делать вместе. У меня сегодня, не сказать, что очень вселенский великий аппетит, но я не могу для вас не снять мукбанг. У меня тушеная капуста, картошка, пюре, сосиски и огурчики. Знаете, все такое на скорую руку. Канал, всем приятного аппетита. В общем, как вы поняли, я прибольнула, не хочется тут горчицку, потеряла, я ее вообще принесла, нет, подождите. Да, в общем, как вы поняли, я 2 дня не снимала на Дзен, то есть, ну, на Ютубе никто ничего не заметил, потому что, как бы, ну, там ролики выходят про запас были, а на Дзене выходили только шортики коротенькие, ну, 2 дня я просто, ну, не в состоянии была вообще снимать, да и аппетита как бы не было, мне была температура под 39, поэтому не до съемок была и не до готовок. Капусточка, я тут чуть-чуть добавила томатной пасты, ну, прям совсем для цвета, вообще я люблю больше капусту без каких-либо добавлений. Сосисончики. Сегодня у меня уже получше, конечно. Ну, не суть, ладно, в общем, что я буду жаловаться. Желаю всем здоровья, самое главное. Вот только вот за внешний вид, конечно, ну, как есть. Я когда болею, я очень много пью жидкости, просто не знаю, сколько я выпиваю. И днем, и ночью я прям стараюсь много пить морсы, клюкву, чаи с лимоном и с имбирем. С лимоном, в общем, это мое основное питание. Ну и я не мою голову. Это мой принцип, не мыть голову. Поэтому вот так. Но я думаю, вы не обидитесь. Очень вкусно, но я много не съем, скорее всего. Линяем, линяем волосы. Хорошо, что у нас морозы. Не надо никуда ходить, никуда не выходить. Ну, как бы не то, чтобы это прям хорошо. Ну, для меня это плюс было. Сегодня уже понедельник. Завтра у нас, по-моему, тоже морозы, дети опять в школу не пойдут. В общем, короче, у детей каникулы получились неделю. Я уже наелась. Ну, я еще, когда капусту тушила, конечно же, напробовалась. Хотела елку поставить. Ну, успеется. А, ну и тем более я огоньки же новые заказала. Блин, смотрите, как я нарезала. Как в ресторане. Профессионально. Ну, наелась. Желудок, видимо, сузился. Наверное, я даже сосиску больше не буду. Ну, как есть, друзья, зато я все равно для вас снимаю. Я прям... У меня свербило в одном месте, я прям не могла. Хотела снять мукбанг, я бы даже снимала, у меня просто не было аппетита. Как у вас дела? Пишите, кто уже поставил елки. Какая у вас погода? Танюша предлагала такой типа флешмоб. Какие елки у вас стоят в городе? Ну, наверное, имеется в виду центральная площадь. Надо будет сделать. Но я не знаю, когда я до центра доберусь. У нас открытие городка будет после 20 какого-то там декабря. Поэтому... Может, я когда елку свою поставлю дома, устроим еще флешмоб, у кого какие дома елочки. Вот. Я вот так по-домашнему одета. Дома тоже холодно, понимаете? Меня то где морозит, то дома холодно, не поймешь, короче говоря. Все, я так наелась, друзья, извините за такой быстрый мукбанг, но пока так, будем восстанавливаться потихонечку.
хочу пить. Я, видите, я прям как водохлеб, как водовозная машина. В общем говоря, желаю еще раз всем здоровья. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. Извините за такой быстрый мукбанг. Целовашки, обнимашки. Ваша Яна. Пока-пока.